Также можно подключить USB-флешку с музычкой и послушать музычку с USB-флешки. Вот так вот весело подмигивает зелененький такой индикатор, который показывает, что устройство включено, и в данный момент оно читает музыку с USB-флешки. Звук достаточно чистый, приятный и, в принципе, достаточно насыщенный. Как я и говорил, устройство позволяет воспроизводить музыку не только через внешний динамик, а также можно подключить ваши наушники через специальное гнездо для наушников и отлично слушать музыку, чтобы не мешать окружающим. Также, как я и говорил, можно взять, например, ваш мобильный телефончик и с помощью вот такого шнура, который идет в комплекте, вот такой вот многофункциональный шнур, с помощью которого вы можете заряжать ваше устройство от USB-порта ноутбука или компьютера. Или, например, подключить к этой колоночке вашу мобилку и через мобилку воспроизводить треки, используя эту колонку как усилитель.